Здравствуйте, мои дорогие зрители. Ну вот то, о чем я предупреждал в фильмах еще 4 года назад, произошло. Тихой сапой в пятницу 7 декабря резко приняли новые ублюдочные таможенные правила, касающиеся посылок. Вот вы их можете найти по этому адресу. Причем глумливо назвали эти правила экспериментальными. То есть глумление над народом, издевательство. Суть этих правил, что, во-первых, нужно предоставлять ссылку на заказ с указанием веса в граммах, сколько стоит ваш заказ. Во-вторых, ННН. Ну и дальше там полное ублюдочничество. То есть это, конечно, все сделано для того, чтобы просто перекрыть. Как бы, то есть вначале они что сделали? Вы, кто помнит, да, завернули все на Москву. Потом сделали платное отправление. Теперь вот продолжают щемить народ. То есть, ну и так все недешево, да. Ну я просто про ублюдочную путинскую власть, про ублюдков этих говорить ничего не хочу. Да, это все сейчас чревато. Ну реально, то есть российского потребителя отрезают от последних источников и производителя дешевых комплектующих, сырья, товара, то есть для того, чтобы просто продолжать уничтожение народа трудового, чтобы загонять всех в электронное рабство. Ну, в принципе, на моем канале достаточно много этих мыслей, сами понимаете. Кому-то, конечно, тем, кто ни хера не делает, может, какой-то жир от этого будет. Ну, а нам, простым людям, да, простым трудягам, простым тем, кто хочет покачественнее, подешевле что-то получить нам. Ну, как бы, кто не в курсе, про что, вы можете набрать бесславные ублюдки айфончика. То есть, стратегическая линия мрази этой всей в правительстве выдерживается четко, без всяких, как бы. То есть, сейчас они полицейское государство укрепили, это хунту, эту фашистскую. Все, то есть, зажимают вот и до. Ну и до свидания, всем счастья, вот вам новогодний подарок. Это не последний, этот подарок ожидался, кстати, в прошлом году, ну, видите, как они торопятся, торопятся. Сирию надо кормить и все остальное. Блядство, дворцы свои, Керимова, банк открытия и все это. До свидания.